ЦСКА все-таки это на тот момент был чемпион Евролиги. И я как раз вот после чемпионства пришел в 2006 году. И был в таком замешательстве неком, что вроде ты смотришь на ребят по телевизору, а тут раз и среди них. То есть это мне давало крылья, и, собственно, я старался очень сильно. Всегда мы ходили и смотрели игры. Потом у нас были предсезонки, нас брали постоянно на предсезонные тренировки, на какие-то матчи даже кто-то попадал. Ну, вот так и по чуть-чуть, и попал. Первый раз поехал я 2 года назад. В Грецию мы ездили. Там даже получилось выйти на каких-то товарищеских играх. И в прошлом году тоже ездил. Так тоже все хорошо было. С английским было не так все просто, было сложно в плане терминологии новых баскетбольных, потому что в школе, в принципе, учил английский неплохо, но, тем не менее, мы не изучали в школе терминологию баскетбольную, там, пик-н-ролл, бэкдор, вот эти все вещи, защита, там, хедж, там, разные слова, свитч, там, ну, то есть надо понимать, что приходилось учить английский очень быстро, и в этом мне помогал главный тренер Эттори Мессина. Он говорил: не понимаешь, 100 отжиманий. Ну, вы знаете, когда отжимаешься 100 раз на боковой линии, английский быстро изучаешь. У меня с английским примерно так же. Сейчас на стадии обучения. Вот, сейчас мне помогают, ну, ребята, конечно, и, ну, и в телефоне. Я пытаюсь как-то где-то учить в свободное время. У меня был телефон 3410 Nokia, и на нем постоянно не было денег. Все, я приехал, у меня связи, естественно, нет. Ну, там просил у докторов дать позвонить, там, я не знаю, маме с папой, там, чтобы пообщаться. Не, ну, приставки у меня есть, конечно, но я ее никогда не беру на сборы, на игры. Пытаюсь сосредоточиться так на баскетболе. Так, наушники, вот музыку послушать, телефон, вот, айфон, да. Всегда с собой. Сейчас, да, я уже как вышел как в стартовой пятерке. Мне дали шанс, это очень так ответственно, очень волнительно. Вот, хочу воспользоваться всеми шансами, которые дадут. Стараюсь максимально, я не знаю, насколько это ребятам нравится или не нравится, особенно молодым, когда я там где-то подсказываю, когда я им что-то говорю, когда прежде всего пытаюсь их внимание на самих себя обратить. И себя помню молодым, и тот же Траджан Лэнгдон, и Матиас Модиш, и Захар Пашутин, и Алексей Саврасенко, когда подсказывали, это для меня на вес золота было. И сейчас я ребятам объясняю какие-то моменты, которые они, возможно, тоже из-за нюансов в английском языке или просто от опыта своего еще не видят там с той стороны, я пытаюсь как-то им это донести. Ну, надеюсь, получается. Такой отец родной называется, себя называю. Но надеюсь, им это поможет. Представь, Андрюха, это будет мой 13-й сезон в ЦСКА.